театре драмы состоялось награждение лауреатов премии Законодательной думы Томской области 2014 года. Конкурс проводится с 2002 года, за все время в нем участвовало более 2,5 тысяч человек. В этот раз на премию претендовали 313 молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. От Тусура в конкурсе приняли участие 12 человек. В категории «Молодые ученые» претенденты распределились по трем номинациям – естественные, гуманитарные и технические науки. Из 1,5 сотен кандидатов лишь 15 стали победителями, одним из которых стал молодой преподаватель Тусура, кандидат технических наук, старший научный сотрудник СКБ «Смена» Антон Убайчин.